Римский Колизей превратился в площадку для протеста. Протестуют представители 6 городских туроператоров. Они выступают против новых правил, запрещающих им приближаться к туристам на улицах, чтобы продать свои туры. Наш протест начался сразу после решения, принятого 25 ноября и ужесточенного 5 декабря, запрещающего нам продвигать среди туристов на улицах туры, позволяющие обходить очереди. Но то, что мы делаем, законно. Мы предварительно выкупаем все билеты. Теперь им запрещено приближаться к туристам, в том числе вблизи самого Колизея и площади Святого Петра. Этот протест уже не первый. 2 недели назад один расстроенный предприниматель также взобрался на Колизей и грозился спрыгнуть оттуда, если запрет не отменят. Протестующие заявляют, будут проводить демонстрации, пока не добьются своего. Постановление о запрете вступило в силу как раз перед так называемым «Святым годом милосердия», который начался у католиков в минувший вторник. В это время верующие ждут особого отпущения грехов. Многие устремляются в Ватикан и Рим. Ожидается, что Святой год привлечет в итальянскую столицу 33 миллиона человек. Впрочем, пока владельцы отелей сообщают, что уровень предварительного бронирования низкий. И некоторые отменяют поездки после терактов в Париже.